Начать. Угу. Разворачиваем. Значит, если слайды маленькие, справа вверху есть такие два значка плюсик и минус с увеличительным как бы стеклом. Можете увеличить себе, либо раскрыть на весь экран. Итак, сегодня у нас важная тема, как не потерять деньги фактически. Потому что за последние полтора месяца я тут заработал довольно-таки неплохо, я бы сказал. Именно заработал как остаточный доход пассивный. За счет того, что кто-то в команде, причем несколько человек, активно принимают участие и практически каждый день идут продажи. Идут оборот денег и получаю каждый день, практически там день через день, по несколько десятков долларов, а то и сотен. И если бы я некоторые моменты сделал бы сразу, то есть готов был бы к этому потоку денег, то примерно 1000 долларов я бы не потерял. Итак, поехали. Где же сегодня мы будем искать деньги, да? С корпорации Access. Значит, кто меня не знает, меня зовут Сергей Чураков. Я один из лидеров корпорации Access Marketing на русскоязычном пространстве. Итак, поехали. Значит, перед тем, как показывать все цифры, которые здесь возможно зарабатывать, от нас корпорация требует показывать дискламацию о доходах. То есть это официальный источник, он есть на сайте. Здесь компания сама обновляет информацию о возможных доходах по факту, которые, именно тех доходах, которые здесь были. Так, так вот, еще. Попробую увеличить. Если я увеличиваю, у вас увеличивается, кстати? Я просто не знаю. Напишите плюсики, если увеличивается. Именно сами слайды увеличиваются или не увеличиваются? Если увеличиваются плюсики, если нет, то минус. Ох, ничего себе, как громко. Ага, замечательно. Замечательно. Просто это... Комната для меня новая, это комната я купил в нашей компании Access, поэтому надо к ней немножко привыкнуть. Так, куда-нибудь меня надо убрать в сторону. Ладно, пусть буду вот здесь. Значит, что здесь такое написано в этой дискламации о доходах? Значит, вы видите посередине три столбца – High, Low и Average. High – это максимальный доход, Low – низкий доход. И average – это средний доход. С левой стороны вы видите столбец FreeSurfer – это бесплатники FreeSurfer'ы, сколько могли заработать. То есть high – это 763 доллара, это за 2014 год. Low – это ничего, и средним 0,95 доллара. То есть самая низкооплачиваемая должность – это у нас FreeSurfer, бесплатник. Следующая должность – это консультант. Консультант – максимально у нас заработал 215 тысяч долларов. Минимум ничего. Естественно, под лежащий камень вода не бежит. Здесь кто ничего не делает, тот ничего не зарабатывает. Дальше. Голды. Максимально 970 тысяч долларов. И спускаемся в самый низ. По маркетингу у нас самый большой статус. Black Diamond Ambassador. Максимальный чек 4 978 000 долларов, то есть фактически около 5 миллионов долларов. Эта информация была за 2014 год, и то, что есть на то, что предоставлено нам в компании, то мы и показываем. Дальше я, конечно, покажу, что я заработал за эту неделю, но это будет ближе к концу вебинара. Вебинар у нас примерно на час. Поехали дальше. Кто же здесь может зарабатывать? У нас есть два варианта заработка, два варианта участия в компании. Это консультанты, они же являются партнерами компании, и они зарабатывают все основные деньги именно как в долларах. И фрисерферы, или они же являются клиентами. Фрисерферы, они
зарабатывают фактически при бесплатном участии, это те партнеры, которые не хотят участвовать платно и получать реальные деньги по маркетингу. На сегодняшний день у нас компания сделала классный шаг, она сделала разделение условий для консультантов и для фрисерферов, разделила кабинет компании. То есть у нас раньше был кабинет общий, и когда я с клиентами потенциальными общался, клиенты просто начинали плыть от огромного объема информации, потому что консультантский кабинет, он очень большой, там столько разных пунктиков есть, столько разных нюансов и огромное количество продуктов, о чем я вам дальше покажу. У фрисерферов гораздо проще. Вы переходите на официальный сайт access.com и видите все перед собой. Коротко, простенько, ясненько. Поехали дальше. Значит, консультанты у нас зарабатывают только iRewards. Больше они ничего не зарабатывают. Где можно заработать iRewards? Вернее, фрисерферы. iRewards мы все зарабатываем на платформах gamesmart.com. Это наш игровой портал, играя каждый день в 10 игр, всем начисляют за 10 игр в день. Причем это сейчас идет в качестве промоушена, потому что фрисерферам будут начислять за 5 игр в день, а консультанты получают только за 10 игр. Фрисерферы сейчас приравнены к консультантам. Дальше, uchat.com – это наш мессенджер. Мессенджер устанавливаете на телефон, общаетесь так же, как Viber, так же, как этот самый, и другие мессенджеры. Единственная разница, YouChat позволяет нам получать вознаграждение. То есть мы позвонили, мы сделали, отправили стикер, мы все, что угодно мы делаем, как обычно при общении, только за это нам начисляют iRewards. Discover – это рекламная платформа. На ней можно просматривать рекламу и получать iRewards. На Discover мы можем просмотреть 100 реклам и получить 100 iRewards каждый день. Также у нас есть бонусные iRewards с первого, со второго уровней, с разных, скажем, рекламных возможностей. И также у нас еще появятся другие возможности по заработку iRewards. В планах, конечно, компания говорила то, что мы будем пользоваться электронной почтой и за почту тоже будем получать iRewards. Но это в планах, когда появится, тогда будем об этом говорить. Поэтому каждый день выходят у компании новые продукты, она нас просто заваливает последний год, и кто хочет, тот, конечно, пользуется возможностями. А поехали дальше. Итак. Как вы видите, это пример с моего кабинета. 40 тысяч rewards, я могу их обменять на iCash. iCash – это наша наличка. Когда у вас достигнет определенного порога обмена iRewards, у вас откроется с правой стороны кнопочка «Обменять». Те партнеры, которые не являются консультантами, то есть будучи бесплатниками, фрисерферами, они могут поменять iRewards только на сертификат Amazon. И когда определенный порог достигнет, то есть 25 тысяч rewards достигнет, вы можете поменять на $25 и появится кнопочка «Обменять». Нажимаете кнопочку «Обменять», вводите пароль от кабинета Access и получаете номер сертификата Amazon, идете на магазин amazon.com и приобретаете какой-то товар на данную сумму. Те партнеры, которые платные, они имеют больше возможностей, поэтому меняют на iCash. iCash – это наша наличка. Поехали дальше. Пример статистики iRewards за несколько дней марта. Обратите внимание, то есть мы получаем, итого iRewards заработано за сегодня, то есть у меня каждый день идет по 455. iRewards за серверсы, то есть за Discover просмотры, то есть по 100 rewards в день, за GameSmart по 250 rewards каждый день, плюс еще бонусный iRewards. Бонусный – это то, что с первого, там, со второго уровня приходит. И также вот здесь показано минус 70 тысяч, это я менял
70 тысяч реворс на iCash. Я в тот день приобретал технику в компании, я приобрел умные часы. Новые умные часы, которые должны в ближайшие пару месяцев, нет, подождите, в июне должны быть отправлены. Потому что сейчас идет предзаказ на некоторую технику. Итак, это все было мелочь, это все было прелюдия. Теперь переходим к более серьезным заработкам. Один из слайдов я нашел у иностранных команд, а иностранные команды здесь зарабатывают больше всего. Они имеют самые большие чеки, потому что азиатские страны здесь просто видят клондайк денег. Обратите внимание, 38 тысяч долларов в день. Самое интересное, что любая сумма, которую вы заработаете здесь, любая сумма является ликвидной. То есть вы можете путем нескольких кликов вывести эти деньги на свою карточку и ими воспользоваться. То есть компания деньги не зажимает. То, что заработали по маркетингу, все ваше. Это главное отличие от всего, в чем вы участвовали раньше. Ну и я тоже во многом чего участвовал. Не скрываю это. Много что прошел в интернете. И из всего, где я участвовал, только Access стабильная компания, которая действительно выполняет свои обязательства. Скажу так, что в Access я участвую 7-й год, с февраля 2011 года. Поехали дальше. Итак, как же попасть в кабинет партнера и как стать партнером компании, то есть консультантом? Вы заходите на сайт access.com, вводите вверху свой логин и пароль, как обычно. Но для того, чтобы в кабинет партнера войти, кликаете на свой аккаунт вверху и кликаете на подменю Access Marketing. После того, как вы кликнули, вы переходите на эту страничку, где вам предлагается соглашение прочитать и принять. Соглашение в двух экземплярах. На русском языке перевод и, естественно, самый оригинал на английском языке, потому что русскоязычный перевод можно перевести немножко по-разному, потому что перевод есть перевод. Достоверно 100% он не будет. Дальше. Ставите галочки. Дальше. Нажимаете «Купить сейчас». Что же вам необходимо купить, чтобы стать партнером? Вам необходимо купить консультантский, ну, набор для продаж. Он стоит... Сейчас попытаюсь увеличить. Так. Он стоит $59.95. С помощью чего он приобретается? Его можно приобрести с помощью карты. Тут нет никаких платежных систем, таких как Perfect там, и еще каких-то стрёмных платежных систем, которые используются в разных проектах. Тут используется нормальная платежная система, карта. Банковская карта, Visa, либо MasterCard. Привязали свою карточку и нажимаете «Купить». После этого вы становитесь консультантом. Дальше. Дальше мы переходим к маркетингу. Так, еще такой важный момент. Значит, важный момент, где этот маркетинг посмотреть. Перед тем, как приобретать, вот здесь, я прочитал и понял. Компенсационный план перед принятием соглашения. Теперь я расскажу про компенсационный план. Значит, компенсационный план у нас длинный. И я его разбил на две части. В данном случае я показываю верхнюю часть. Итак, смотрите. У нас есть многоуровневая система вознаграждений. Серебро. Кто такой статус серебро? Статус серебро приобретают у нас партнеры, которые стали консультантами. То есть, которые приобрели набор для продаж за $59.95. Чтобы эти партнеры получали вознаграждение, вам нужно иметь личную активность. Это $10 PSV, как минимум. Можно больше. Это вы можете приобрести какой-то ежемесячный пакет за пользование продуктом, оплачиваете. Это может быть конкретно что-нибудь купленное в компании.
Все что угодно, неважно, минимум активность 10 долларов в месяц. Что это вам дает? Это вам дает возможность зарабатывать с первого уровня 10%, со второго уровня 3% и с третьего уровня 2%. То есть вы имеете только с трех уровней. А следующий статус у нас статусы руководительские. Это золото, платина, бриллиант. Кто такой золото? Золото – это когда под вами находятся два партнера в статусе серебро. То есть очень просто. Привели двух человек, вы уже стали золотом. Личная активность у вас будет уже 20 долларов. С первого уровня вы получаете 10%. Дальше со второго 3%, с третьего 3%, 3%, с пятого и шестого 2%. То есть уже больше захватываете глубину. Растете по карьере, глубина у вас увеличивается. Мы здесь получаем по всей глубине, по всей бесконечности. Значит, обратите внимание, вот эти 10% с первого уровня – это ваш минимум, который вы получаете. Кроме этого, кроме этих 10% с первого уровня, вы получаете еще больше. Вообще мы получаем с первого уровня от 15 до 30%. Мало это или много, решайте сами. Вы можете сеть даже не строить, а гнать чисто свою первую линию и иметь стабильно свои 15-30%. Фактически каждый день. Дальше. Платина. Платина достигается, когда под вами будет два человека в статусе золота плюс один человек в статусе серебро. Платина захватывает еще бонус лидерский. Бриллиант. Бриллиант, когда под вами находится два человека в статусе платины и плюс один человек в статусе золота. То есть фактически вам достаточно построить по маркетингу три ноги, так сказать. Ну, здесь не бинар, здесь просто идет 3-3-3. Строится, если равномерно вниз, тогда у вас идет рост по маркетингу. Так, перескочил. Значит, следующие статусы – это директорские статусы. Голубой бриллиант и черный бриллиант. Голубой бриллиант, когда под вами находится два человека в статусе просто бриллиант плюс один человек в статусе платина. Голубой бриллиант получает еще бонус бесконечности и лидерский бонус. Это 1% дополнительный. Дальше, черный бриллиант, когда под вами уже два голубых бриллианта и плюс один бриллиант. Черный бриллиант получает еще дополнительно Infinity бонус и Leadership бонус. И плюс еще дополнительно 1% как черный, так и голубой бриллиант получают к второму, третьему, четвертому уровню. Так, теперь вторую страничку этого же маркетинга показываю, то есть продолжение. Значит, почему я сказал в начале, по маркетингу мы получаем от 15 до 30% с первого уровня, то есть наших личных приглашенных. Вот здесь как раз об этом рассказано. Дополнительно мы получаем 10% бонус быстрого старта, это бонус нового клиента. Зарабатывайте 10% от бонусного объема всех покупок уровня первого клиента и или консультанта в течение 30 дней с момента их первой покупки. То есть у вас появился новый клиент, он только приобрел, значит, вы получили дополнительно 10%. Дальше. В самом низу написано бонус объема продаж. Здесь вы имеете либо 5, либо 10%. Что это означает? Когда нам платится 5, когда нам 10% платится? По итогам предыдущего месяца. Если вы в предыдущем месяце сделали определенный объем, вам платится 10%. Если вы этот порог не сделали, вам платится 15%. Поэтому я и говорю, мы получаем с первого уровня либо 15% как минимум, либо до 30%. До 30% это значит 10% личных плюс 10% за предыдущий месяц дополнительно и плюс 10% бонус быстрого старта. То есть фактически три составляющих нам дают все бонусы. Все, это значит 30%.
Дальше. На этой страничке представлено также, что платина у нас достигает 7 уровня. 1% получает с объема 7 уровня. Бриллиант захватывает уже по 8 уровень. А голубой бриллиант захватывает уже до бесконечности. То есть здесь уровня нет. Пошли по всей глубине. Черный бриллиант также захватывает по всей бесконечности, но черного бриллианта дополнительно платится еще 1%. Бонус королевский 1%, бонус бесконечности 1%, лидершип еще бонус. То есть там вообще самые-самые деньги идут. Поехали дальше. Вот здесь как раз более-менее подробно рассказано в самом низу. Про бонус быстрого старта, про личный командный объем. Ну, это я вам только что рассказал. И не забывайте про личную активность. Личная активность — это минимум в статусе консультанта минимум 10 долларов. В статусе руководителей это от 10 до 40 долларов. И директор 50-100 долларов PSV. PSV — это персонал, персональные покупки. Теперь, чтобы вам было проще ориентироваться, у нас есть в кабинете вот такая табличка. Значит, сейчас ее увеличу. И расскажу. Значит, что это такое? Эта табличка говорит о том, что вам необходимо для того, чтобы вы получали все свои бонусы и ничего не теряли. Значит, с левой стороны у нас статусы. В данном случае то, что выделено в таблице, то есть вот эти ребра выделенные, это означает, что... Что это означает? Это означает о том, что следующий статус, допустим, в данном случае это платина, и что необходимо сделать для того, чтобы быть именно платиной и получать все вознаграждения в статусе платина. Значит, то, что зеленое, вообще в кабинете, то, что у вас зеленым цветом выделено, это значит, что вы выполнили. Если это выделено что-то вот таким цветом красным, либо вот этим розовым, это значит, что вы что-то еще не сделали, и это вам надо сделать. Значит, в данном случае, чтобы перейти на статус платина, что вам необходимо? Вам необходимо иметь двух человек в статусе Gold и одного человека активного консультанта. Если этого нет, значит, вы будете деньги получать по предыдущему уровню в статусе Gold Executive. То есть в данном случае все зелененькое по строчке, поэтому именно по статусу Gold в данном случае я имею. Дальше. Квалификация Mobile Net еще вверху есть. Написано тоже Net. Что это означает? Это новая фишка, поэтому что получать за продажу по маркетингу со всех уровней, за продажу именно мобильной техники с сайта MobileNet, здесь нужно иметь определенную личную активность. Если вы сами ничего не приобрели, значит, заработанные деньги просто пройдут мимо. Поэтому самим тоже надо сделать активность, и вы уже будете получать все вознаграждения. Я об этом узнал буквально недавно. Созвонился в компании, выполнил условия, и теперь у меня стоит здесь «да», и теперь деньги мимо не проходят. Так, еще другой вариант. Здесь Gold Executive, но он не захватывается, потому что не хватает двух консультантов. Поэтому данный аккаунт получает как консультант по маркетингу. Еще один вариант, вот как раз о том, что я говорил. То есть, когда у нас MobileNet стоит «да», это значит, что за продажи именно по маркетингу с сайта MobileNet я буду получать вознаграждение. И, то есть, здесь уже выполним все квалификации. Следующий уровень – это, конечно, платина. Для того, чтобы быть платиной, нужно иметь два человека в статусе Gold и одного активного консультанта. Теперь, где эта табличка находится? Я вам сейчас покажу. Вы заходите в свой кабинет, кликаете на мой аккаунт и кликаете детали аккаунта.
На следующей страничке откроется, то есть вы увидите такую страничку. Видите, то, что в феврале 18-го, февраля 11-го года была регистрация, да? Мы делаем здесь верификацию, то есть мы подписываем с компанией соглашение, мы загружаем паспорт, компания легальная, поэтому вся отчетность уже сделана. Поэтому наш аккаунт здесь должен быть верифицирован, чтобы мы смогли спокойно выводить деньги. И также верификация позволяет нам заказать доменное имя, там, ну еще много чего позволяет. Больше возможностей открывается. Дальше. Та табличка находится вот здесь, где показана эта стрелочка. Параметры моего уровня. Кликаете сюда и переходите на данную табличку. И сравниваете все свои данные, то, что вам требуется, то есть фактически вы сами себе устраиваете план работы вашей. Поехали дальше. Дальше, значит, смотрите, чтобы вы не ежемесячно не теряли никакие деньги, у нас есть управление продажами. Где это находится? Где раздел «Купить продукт», нажимаете, и там управление продажами есть раздел. Кликаете сюда и ставите галочки там, где, чтобы у вас была ежемесячная абонентская плата, автоматом списывалась. Значит, если у вас стоит переключатель на «да», значит, все нормально. Если стоит на «нет», значит, надо подумать и выбрать тот продукт, которым вы будете пользоваться. Поехали дальше. Здесь я показываю разницу между продуктами, которые возможно приобрести в клиентском кабинете. То есть в данном случае у нас есть у клиентов такой перечень продуктов и услуг, а в кабинете у консультантов гораздо больше возможностей. Следующий важный момент. У нас идет клуб учредителей 2017. Как известно, сейчас только ленивый не предлагает приобрести акции компании той или иной. Зачастую все компании только собирают деньги и исчезают. Ну, в итоге остается у людей в лучшем случае доступ в кабинет, лист бумаги о том, что он приобрел такое-то количество акций, и все. Здесь такой вариант нам компания не предлагает. Мы можем участвовать в клубе учредителей совершенно по-другому. Значит, специально для того, чтобы нам было проще участвовать в клубе учредителей, компания нам сделала в разделе MobileNet наборы руководителей. Что это означает? Компания собрала продукты, физические продукты. Нам производит физические продукты завод Asus. Asus – известный бренд, объяснять не надо. Надежность, качество налицо. Зачастую у каждого из вас была та или иная ситуация, когда вы покупали продукты компании Asus. У меня у самого сейчас, допустим, монитор Asus, на работе мощные компьютеры Asus стоят. То есть хороший, достойный бренд. Поэтому компания скомбинировала разные продукты, содержимое вы прочитаете, вот так они выглядят. То есть это мощный телефон сразу с наушниками, наушники беспроводные, работают по Bluetooth. По отдельности это также все приобретается. Дальше. Умные часы, в данном случае это мужские часы, есть разные ремешки, разная расцветка, наушники беспроводные, наушники проводные и еще динамики такие. Вот такие наушники есть беспроводные, работающие по Bluetooth, мужские, женские часы. Это примеры. В кабинете их гораздо больше. Я несколько слайдов сделал, то есть комбинация, допустим, телефон и динамики по Bluetooth. Комбинация, допустим, телефон, наушники и динамики. Значит, почему так компания нам сделала? Потому что, смотрите, вот мы приобрели продукт за $600, пакет. Вам домой прислали конкретный продукт, вы уже ничего не потеряли. Плюс у вас есть возможность участвовать в клубе учредителей компании, плюс вы становитесь акционером компании в ближайшее время. То есть фактически вы только имеете плюсы.
То есть участие в плане акционирования здесь безрисковое. Смотрите дальше. Так, что-то здесь вообще мелко как-то. Это то, что у меня в кабинете творится. То есть сегодня 9 апреля, сегодня эти слайды сделал. То есть обратите внимание, здесь там 27 долларов 3 апреля, 4 апреля 75 долларов, следующее 97, там 175, 150 долларов, тут еще где-то около 80 долларов. Сегодня там, по-моему, тоже накапало. Сегодняшнее, это я уже вижу завтра. Но также сегодняшнее можно посмотреть не только в разделе «Статистика». Это раздел «Статистика». Кликаете и здесь видите свою статистику. Здесь много разных строк. Вдаваться в эту математику я сейчас не буду. Разберем, если в данном случае потребуется. Дальше. Другой кабинет. Я веду просто бизнес с женой на пару. У жены есть кабинет, и у меня есть кабинет. И вот мы на пару зарабатываем. Вот 4 апреля 30 долларов, там 33 доллара, потом 174, 176 долларов, там 86 долларов и так далее. Сегодня тоже там, по-моему, около полтинника упало. Поехали дальше. Где еще можно посмотреть более подробную статистику? Более подробно кликайте на мой аккаунт, кликайте обзор аккаунта, у вас откроется такая страничка. На этой страничке вы кликните, здесь у вас будут цифры закрыты, кликните сюда и увидите активную ссылочку, то есть баланс и кэш доступны. В данном случае 278 долларов уже доступные и кэш, находящийся в ожидании, еще 270 долларов в ожидании. Значит, что это означает? Если вы кликнете на доступный баланс, у вас откроется следующая табличка. Я вам через мгновение покажу, а перед этим я остановлюсь и расскажу про 30-дневный объем продаж. Это те 10% дополнительные, которые позволяют нам иметь дополнительно, когда мы выполнили определенный порог. То есть мы прошли порог. Либо это личные покупки, либо это будет первый уровень, и вы имеете дополнительно либо 5, либо 10% с первого уровня. И дальше, то есть то, что у вас горит зеленым, это значит вы выполнили. И дальше, внизу стоит квалифицированный набор для продаж. То есть здесь надо следить за датой, здесь мы оплачиваем раз в год. Поэтому вы ничего не потеряете. И также есть еще личная активность за просмотр рекламы. То есть вот эти две полосочки внизу, там, конечно, больше за каждый день. Теперь, если мы кликнем на iCash баланс доступный, то у вас откроется вот такая табличка. Она длинная. Здесь мы можем выставить даты, любые даты, когда вы работаете, да? И вы видите, что с 1 апреля по 9 апреля у меня было заработано там 729 долларов. Много это или мало? В принципе, фактически меньше, чем за 10 дней 700 долларов. По-моему, нормально. И здесь вы видите в подробностях по датам, то есть сколько денег пришло, прям по строчкам. Ну, допустим, 30 долларов сегодня пришло, 9 апреля. Это было 3%. Здесь номер транзакции и от такого-то партнера. Чтобы получить эти 30 долларов, нам осталось 3 дня. То есть компания делает такую задержку. Почему? Потому что партнер, который приобрел в компании что-либо, он может вернуть деньги по просьбе, и компания ему, естественно, эти деньги возвратит. Срок для возврата в течение 3 дней. То есть, если передумал. И так по каждой строчке. Так, дальше. Итак, преимущество участия в клубе учредителей. Преимущество явно очевидны. У вас на руках конкретный продукт. Это может быть цифровой продукт, это может быть физический продукт. Линейка продуктов у компании на сегодняшний день большая. Фактически,
компания становится таким гипермаркетом, где будет практически все. Итак, на сегодняшний день затронуты разные сферы деятельности человека. Это игроки. У нас три игровых портала. Играя в игры, люди зарабатывают деньги. Каждый может зарабатывать. Дальше. Это может быть товары для предпринимателей. Это может быть какие товары для предпринимателей? Это хостинг, это сайты делать, это конструкторы сайтов. Это то, чем компания раньше занималась. Уже полтора года компания предоставляет эти самые мобильные конструкторы сайтов. Можно заказать программистов, и программисты сделают что-то конкретное для предпринимателя, именно как мобильное приложение. Дальше. И еще большой-большой перечень услуг. Сейчас я перечислять не буду, это будет отдельный вебинар. Дальше. Вы получаете дополнительные деньги, когда участвуете в клубе учредителей. После выхода на IPO сможете приобрести акции с дисконтом и в дальнейшем иметь еще дополнительную прибыль. То есть одни плюсы, плюсы. Дальше. Следующий слайд – это условия участия в клубе учредителей, где находится данная табличка. Кликайте на мой аккаунт, там детали аккаунта и подробности в клубе учредителей. У вас откроется такой большой слайд. Сейчас я его раскрою на несколько маленьких частей, чтобы вам было более получше видно. Итак, варианты участия, чтобы стать акционером. Вариант первый. Ваши личные PC, то есть личная покупка на $600. Вы активный и полностью квалифицированный консультант. Второй вариант. Ваши личные покупки на $600. Также вы должны быть активным и полностью квалифицированным консультантом в качестве голда либо выше. Вариант третий. Когда ваши личные покупки минимум $400, на сумму минимум $400, а ваши лично приглашенные консультанты первого уровня сделали еще товарооборот и в сумме составляет $1000. Дальше, вариант четвертый. Ваши личные PSV минимум на $400 и личные покупки консультантов первого уровня тоже в сумме на $1000. И также у вас статус консультант. Не консультант, а gold. Дальше. Вариант пятый. Акция для бывших членов клуба учредителей. То есть тот партнер, который участвовал уже когда-то в клубе учредителей, он имеет возможность на льготных условиях выполнить эти условия. Значит, личные покупки должны быть минимум на 400, и с первого уровня вы должны добить еще $400. И вариант шестой, то же самое, только вы должны в статусе gold быть. Значит, на сегодняшний день идет второй этап, вторая фаза, она продлится до конца июня, когда вы должны уже, если хотите участвовать в клубе учредителей, должны иметь, конечно, по варианту 6, варианту 4, то есть когда вы должны иметь статус Gold Executive как минимум. То есть вы должны иметь двух приглашенных, чтобы участвовать в клубе учредителей. Без приглашенных это надо было только в первом квартале участвовать. Итак, подведем итоги. То есть у вас конкретные продукты на руках, вы получаете дополнительные деньги, после выхода на IPO приобретаете акции с дисконтом и в дальнейшем имеете дополнительную прибыль. Итак, на сегодня я фактически много чего рассказал вам. Вот, теперь я готов ответить на ваши вопросы. Если есть вопросы, пишите, партнеры. Все понятно. Ну, супер.
Да, Лена, я тебя понял. Лена, это мой спонсор, вышестоящий в Аксессе. Маркетинг для американцев, он отличается. Поэтому Лена вот, Романова, она в США живет. Конечно, ей этот маркетинг недоступен. Вот, у них там все по-другому работает. Некоторых, ну, некоторые моменты по-другому. Да, там только личные продажи, только в ширину. Но все-таки в ширину здесь фактически 30%. Все нормально. Потому что глубина это как получится. Пойдет, пойдет, не пойдет, так не пойдет. А, и в клубы учредителей тоже нет. Конечно, жаль. Но поинты, пейменты, это уже будут они, не будут. Это все, это касается старичков. Здесь могу включить микрофон. Да, продукт, ассортимент продукции очень широкий. Тут еще косметика появится летом, так что будет и для женщин развернуться. Женщины любят косметику. Зачем идти во всякие другие косметические компании, когда у нас сама компания будет тоже косметической отчасти. Ну ладно, все супер, всем все понятно. В общем, давайте я буду вести по выходным, скорее всего, в воскресенье в 7 часов, я думаю, нормально будет для всех. Сергей что-то печатает. Да, всех с праздником тоже. Хорошо. Хорошо. Значит, во вторник не забывайте, в 9 вечера по Москве компания проводит вебинар. Узнаем еще какие-нибудь новости, может, какие-то подробности узнаем. Все, давайте всем удачи, всем хорошего выходных, хорошего вечера. Все, всем пока. Так. Все, до свидания. Так.